Ухудшение погоды прогнозируют синоптики на некоторых территориях Иркутской области. В ближайшие сутки ожидается западный и северо-западный ветер до 17 метров в секунду. Это может значительно осложнить обстановку с лесными пожарами в регионе. В 15 районах области уже зарегистрирован третий класс пожарной опасности. Из 5 существующих из-за сухой и ветреной погоды показатель может достигнуть 4 класса, то есть почти самого высокого. Природные возгорания в регионе возникают каждый день. Только за прошедшие сутки пожарные ликвидировали 4 очага на площади 35 гектаров. Пока с огнем удается справляться быстро. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, усилена внутренняя группировка сил и средств для борьбы со стихией. На помощь прибыли 12 человек от Сибирского регионального центра МЧС из Красноярского края. Сейчас они работают в Черемховском районе. В предстоящих выходных и праздничных дней спланирована работа, которая к праздничным дням даже усилена, так скажем. Всего у нас на территории области создано более 1500 патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп, которые именно предназначены и ориентированы в первую очередь на своевременное выявление вот этих палов и, соответственно, их ликвидацию. Чтобы действия спасателей были отработаны до всех нюансов, проводятся различные учения. Так, накануне в регионе завершился очередной этап всероссийской тренировки. На ней оттачивались действия по защите населенных пунктов от лесных возгораний. Кроме проверки планов эвакуации населения в муниципальных образованиях, осмотрели противопожарные полосы и оценили работоспособность добровольных дружин.